Как не волноваться перед экзаменом, на что обратить внимание при подготовке и постараться пройти испытание на 100 баллов. Выпускники прошлых лет поделились своим опытом успешной сдачи ЕГЭ в рамках всероссийской акции «100 баллов для победы». Удачи на предстоящих экзаменах пожелали будущим выпускникам почетные гости. Заместители главы городского округа Ирина Гуреева и Дмитрий Толмачев, председатель Совета депутатов Мария Тарасова, исполняющая обязанности председателя Комитета по образованию Елена Бушнева. Очень приятно, что выпускники прошлых лет сегодня к нам присоединились. Это не просто выпускники, это стобальники, это наши победители, которые сегодня должны поделиться с вами опытом для того, чтобы каждый из вас как можно лучше сдал ЕГЭ. ЕГЭ для нас очень важно, как для города, так же, как и для вас, каждого присутствующего здесь. Это и поступление в вузы, и выбор любимой профессии, и любимой работы, которая должна у вас появиться. Акция «100 баллов для победы» проводится с 2015 года. Ее задача – снизить эмоциональное напряжение у выпускников и их родителей, показать, что при должной подготовке и вере в свои силы каждый имеет шанс получить высокий балл на ЕГЭ. Решайте сейчас как можно больше однотипных заданий, подборку заданий. На сайте, например, «Решу ЕГЭ». Вот. Это поможет вам отточить свои навыки. Вот, и вы будете совершенно точно готовы к экзамену. Решайте как можно больше вариантов, и количество обязательно перейдет в качество. Во-первых, не бойтесь обращаться за помощью к своим педагогам и репетиторам, так как они ваши главные помощники. Во-вторых, правильно планируйте свою подготовку. Не забывайте про отдых, так как это важная составляющая вашей продуктивности. И, конечно, не бойтесь ЕГЭ. Каждому под силу его сдать. Верьте в себя и в свои силы. Подготовка к ЕГЭ во всех образовательных учреждениях округа проходит системно. Первые экзамены по географии, литературе и химии будущие выпускники сдадут уже меньше, чем через месяц, 23 мая. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.